Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя. И в честь 8 марта мы выехали на природу, и я отобрал у своей жены вот этот вот фен, чтобы разжечь костер. Классно, да? Очень. Так вот, я против всякой химии, там, разжечку, да, которую люди начинают заливать, потом воняет по всей округе. Лучше всего, мужики, на заметку, возьмите, отберите ненужный фен. Главное, чтобы была розетка 220, как у меня все-таки. И теперь можете разжигать угольки, чтобы они стали красными. Давай, камера. Да. Слышно? Сейчас наполню. Ну, уловили суть, да? Просто берете, дуете, они начинают краснеть. А также, как сегодня, 8 марта, дорогим нашим женщинам работать нельзя. Приходится все делать за ними. Так как 8 марта, мы, мужики, должны все убирать, все драить. И даже вот решетку, да, чтобы мясо сейчас пожарить, я должен драить ее. И не заставить же их все-таки, это ихний день. Ох, женщины, до чего довели. Не ихний, а их. Ихний. Их весь. Ужас. После того, как мы все вымыли, наконец-то, руки у нас теперь замерзли. Потому что вода ледяная. Какая же может еще на даче быть? Только ледяная. Так вот, мы вымыли решетку и сейчас пойдем накладывать туда мясо. И мы также не можем доверить это все женщинам, блин. Да что такое, а? Пойдем со мной. Мясом. Накидываем мясо. Так как я ленивый, я жарю вот на решеточке. Некоторые на шампурах без лука, зачем-то. Без лука, кстати. Ой, а я люблю с луком. Мам, давайте не будешь лезть. Он обгорает. Мам, не лезть. Оператор, так. Музыку так наложишь. Не наложу на это. Так вот, короче, накидываем мясо на решетку. Так как я ленивый, не люблю вот эти всякие шампура, что-то нанизывать кусочки. Конечно, может быть и вкуснее получается, может и сочнее, кто знает. Тут тоже все по-разному делают. Мы делаем, как почти европейцы. Накидываем вот так вот, лениво, короче. Чем ленивее накидаешь, тем вкуснее шашлык есть. Вот так вот. Главное, чтобы он весь еще прожарил. Блин, ну тут довольно-таки много. Закрываем это все решеточкой. Так, вот с той стороны поставил. Главное, чтобы придавить. Вот, мясо немножко вылез. А! Будет вкуснее. Все, придавили. Пойдемте. Так, угли у нас сейчас уже. Что-то их немножко маловато. Что-то какие-то они странного серого цвета. Делайте, как я, чтобы ваши милые дамы были всегда рады и счастливы. Поздравляю всех с 8 марта, женщин особенно. Ну, есть некоторые мужчины, можно тоже поздравить с этим же праздником. Ну, ладно, чем. Поздравляю всех женщин, желаю счастья, добра, успехов. Побольше здоровья и побольше денег. Все, всем удачи и пока. Меня зовут дядь Митя. Все, пока.